бы мы подошли к самому финишу закона о обязательной службе гражданской или военной. Мы очень надеемся, что комиссия Плеснера придет к тем выводам, о которых мы говорили с самого начала. И самое главное, это обязательная военная служба для, или гражданская для всех. И в течение 2 недель все будет ясно. Я не думаю, что тут есть какая-то опция от этого увильнуть. Впервые создана такая уникальная конъюнктура, когда есть общая поддержка и большинство в парламенте, и большинство населения, и даже общественное мнение и масс-медиа. Все как бы поддерживают. Так что надеемся, что этот закон будет принят именно в той формулировке, которую, так сказать, мы все столько лет ждали. Ваши действия в случае, если это не пройдет? Я не вижу опции, чтобы это не прошло. То есть, если Кадима и Стрельбайтейну голосуют за, то нет такого варианта, чтобы закон не прошел.